Так, ну что, очередная игра в играх за 100 рублей на PlayStation. Давайте посмотрим. Блин, не люблю, когда даже поленились сделать ебаный камень. Пук. Понятно. Как она называется? Картинка титульная. Вот в любую игру заходишь, вот у тебя есть титульная картинка. Ну да. Почему здесь не сделали? Не могу узнать. Давайте посмотрим, что за игра. Пока я принимал удобное вертикальное положение, краем взгляда увидел то, что, по-моему, здесь нет русского языка. И разбирайся ты, как говорится, сам. А может, не надо разбираться, здесь все понятно. Сейчас посмотрим. Знаю я все эти уровни сложности. В жопу они пошли, мне интересно сюжет. О, нормально. Да. Без русского языка здесь делать нехрен. А чивок они не запихали, по-моему, в эту игру. Ну. А, о. Запихали. Я понял. Мне надо 285-ю комнату попасть. Пока все понятно. Зачем на первый-то? Если это все читать, с ума сойдешь. Да ее красота. Флор четвертый. Нет, мне надо флор четвертый. На второй. Давай заново. Я понял. Сейчас
Все, я понял. Смотри, опять не начни разговаривать. Отойди. Нет. Ну и чё? Наш не выпускает из двери. Ох ты ж. Я убил 0 боссов. Ой-ой-ой-ой-ой. У кого-то идей до хера, а реализации ни хера. Вот я такие игры называю, блядь. Денег, что ли, нормально не хватило. Может, конечно, в этом и смысл, блядь. Ну, я не знаю даже, как это... Это карта, наверное, но... Я из комнаты не могу выйти. Такие игры... Я знаю, как надо проходить. Посмотрим, как она, во-первых, называется-то. Авупо. Русификатор люди ищут. Скачать торрент на русском, как всегда. Прохождение серии 20 у чуваки какие-то. Ничего себе тут. Либо такая большая страница, но и не загружает ее телефон. Хм. Ладно. Люди спрашивают, сколько часов геймплея в игре? Одиночная игра, основной сюжет 9 часов, сюжет на доп 10 часов, перфекциониста 14 часов, все игры и стиль 10 часов. Так вот. Да, тут 17-я серия у ребят. Короче, я думаю, все понятно с этой игрой. Девять часов такой херней заниматься я не хочу. Вот как прыгать, я не знаю. Ладно. Для меня хватит. Вот кто, у кого 17-я часть, тот пусть эту херню играет. Опа.